Мы на 25 этаже ЖК «Центральный», первая очередь. Оказалось, что люди уже получают ключи вот в этих подъездах крайних к премьеру. Мы с вами были на верхних этажах вот этих первых подъездов. Желтый домик, белый домик. Да, Сережка делает красивые типа кадры в тумане. И здесь на 25 этаже вид какой. Дом, видите, как построен? Он ступенечками построен. И самый низкий вот, это вот этот вот. А мы на самом высоком крайнем. И мы зашли, людей вал. Там такая комнатенка, туда очередь, в общем, люди. Дождались, когда им наконец выдадут ключи. Хотя, мне кажется, работы тут дофигища. Вроде как все сделали, но коридоры грязные. Может, потому что сейчас снега навалило, как-то везде грязно. Смотрите, двор внизу почищен. А, вот что еще, машин много. Люди на машинах приехали. Ну, с той стороны можно машину поставить, а вдоль мы ехали вообще парковать. Ну, не парковок там нету, там просто машины стоят. Думаю, что там столько? Там никогда не бывает много машин. Так, вот. Ух ты, парковка Ашана. Серега, посмотри, что творится на парковке. Такого же тоже никогда не было. Точнее, премьера. До самого конца машины. Обычно она пустая наполовину или даже больше. Ох. Сегодня 2 декабря 2023 года. Я не помню по плану, когда была сдача этого дома. Ну, вообще-то капитал типа вписывается в свои сроки. Но вот первые три подъезда были сданы летом, да, Сереж, или еще прошлым, или весной. Они были сданы раньше, а сейчас декабрь. Вот только последние вот эти подъезды сданы. Точнее, это первые. Первый, второй, а это вот последние подъезды. Когда мы выбирали квартиры, какие купить в Рязани, мы рассматривали вот этот дом угловой. Мне очень нравилась там планировка, там очень громадные кухни. Ну и такие же были высокие цены. Сейчас цены здесь еще выше намного. Ну а виды, конечно, вот допустим, выйти на такой балкончик или сидеть на своем балкончике с видом на зеленую Рязань, на поля, луга. Здесь же река, Трубеж. Вот Трубеж течет. И будет здесь набережная. Ее делают. Это ЖК метро. Вот тот серенький домик, это ЖК Невский. Ниже стоит, это Академия единоборств. И недавно буквально построили футбольный манеж. Видите, крытый такой ангар. И там еще такая большая территория, не знаю, что там будет, но она огорожена. И судя по всему, вот по проекту мы смотрели, здесь будут стоять дома метро, ну или метро, как это называют. Вот это первая очередь, вот это вторая, вот это начата третья очередь. И там отдельно строящийся дом, Сереж сказал. Ну, в общем, мы проекты смотрели, изучали, но там еще будут дома, там дальше заборчики, там завозят все для строительства. То есть все, что здесь стоит в воде, весной здесь было море, вот это было все, прям море залито водой. Здесь будут дома. Я не знаю, каким образом здесь все это закатают в асфальт и с какой стороны просочится вода, но вот планируется все это залепенить домами. Слушай, а вот я Трубеж не вижу. Взлетает? Кран. Вижу. Смотри. Взлетает самолет, но здесь такая туманность, Сережа. Сегодня такая облачность. Плюс 5, плюс 3. Смотрите, тут первый дымчик идет, дымчик с другой. Вижу маленький самолет под краном. Да, сегодня что-то самолеты разлетались. Такая облачность странная. И самолеты летают очень сильно. Так, Московское шоссе шумит, жужжит. Вообще, мне очень нравятся вот виды с высоты. Конечно, хотелось бы квартирку не на 10 этаже, а повыше. Вот все-таки, ну, как бы высоты не боимся. И нам нравится смотреть и разглядывать с биноклем дали. С нашего окна, хоть мы на 10 этаже. Красная. Да, неплохо. Это, да, здание красное. Красное, да. Да, что-то связано. Это зона, это ИК какое-то. Ага, СИЗО, может быть. Нет, это зона. Ага, зона, Серега говорит. А вторая вот там.
где матчина. Ясно. Стоит. В общем, мы когда сидим, вот у нас зала видно в ту сторону, но само Константинова не видно, но виден в хорошую погоду купола золотятся Иоанна Богословского монастыря. Вы представляете, какая даль туда километров 25-30, и у нас это все видно из окна. А если бы мы жили на этаже выше, наверное, мы вообще там видели и Константинова, и реку Аку, которая там дальше протекает. Ой, хочется скорее, чтобы здесь сделали набережную, потому что мы сюда катаемся на великах, иногда гуляем. И пока все это начато, и вот это вот будет вот здесь вот дальше, дальше, дальше. И куда дальше уходит река, кстати. Серега, вот она петляет, смотри, вот она река. Она красиво идет. Да, она здесь петляет. Если бы мы там доме когда купили на верхних этажах, да, было бы очень... Вид на реку. Ой, красиво бы было. Ну, в общем, я вам показала все основное. А сейчас мы заглянем в лифтик. Чумазенький, он долго будет еще чумазать, пока делают ремонты. А потом пройдемся по коридору. Ну, квартиры покажу. Да, самолеты сегодня разлетались. Наверное, перед дождем. Вот этот район, где красные дома, меня не забудь. Это вот мы мимо него проезжаем и выезжаем на Михайловское шоссе. Вот я увела камеру, на телефон снимаю. Туда дальше, Михайловское шоссе и другие города. Москва в эту сторону. Ну, а мы идем в эту сторону. Иду. Обычно, когда сдают дома, в них все чисто. У Капитала все дома сделаны примерно в одном стиле. Вот мы ходили первые в те подъезды, которые были вот примерно так. Кстати, примерно так же сделано. Ого! Гипсокартон. Лето 1, 2, 3. Два лифта тут. Лифты чумазые. Кстати, здесь 25 этажей, два лифта, это позорище. Да, очень мало. Я хотела сказать, что вот смотрите, нету бантиков. Помните, мы ходили в лето 3, и в лето 3 были бантики? Кто помнит, что мы с тобой ходили, я показывала на ютубе, что двери были, двери, и на них была красная ленточка и бантики для жильцов, типа, ух ты, как здорово. Здесь этого нету, но, видимо, они все это быстро поздавали. Это все, наверное, потом. В общем... Нифига его тут подтряхивает. Два лифта, конечно, мало. А сколько здесь квартир? Если 25 этажей, я не посчитала, сколько квартир. Ё-моё, страшно-то как. Как вы знались таким лифтом? Нифига его трусит, его колбасит. А это всего лишь 11. Ну, летит он, знаете, как будто из космоса. Блин, мне что-то страшно, я очкую. Страшно-то как. Ой, первый этаж, мы доехали. Здесь 299 квартир. Да, я сейчас иду за тобой. А, короче, выходы здесь две стороны. И в эту сторону, вот, когда объезжаешь дом, и без бантиков. Вон сколько людей. Да, да, счастливые обладатели. Дождались, наконец-то. Дождались люди. А мы думали, когда это все сдастся. А вот оно. Ну, в принципе, все идентично, как в первом подъезде. Пока еще не работают эти штуки, как их, пипки, кнопки. Я уже иду, Сереж. Вот этот подъезд первый, второй, третий, четвертый, а пятый, шестой, седьмой были сданы раньше. Ну, вот и мы с вами спустились с верхнего этажа. Вот. Смотрели. Хорошо сегодня на улице. Минус 3, минус 5. Когда ветра нет, просто душевно. Вот хотели в этом доме квартирку купить. Что-то меня переклинило. Хотелось с видом на поля, на ту сторону и на эту. Но ценник был. Мы потянули другую. Петра и Феврония. Район на Солочью. Солочинское шоссе. Круиза. Видите, машин сколько? Нету здесь никогда машин. А сейчас живем мы вот за этим домом. Это же тоже Капитал строил. Лето 1, 2, 3. Ой, долго они строили. Ну, что хочу сказать, вот мои впечатления в этих домах. Стены тонкие, слышимость жуткая. Соседи, когда
ходят, пукают, все слышно. На картинках все красиво, очень красиво. Респектабельный район. Но жить очень тяжело в этих домах. Хорошо жить в домах, где толстые стены. 60, 70, 80 сантиметров, как у нас. Но эти... Офис Капитала, вот он, до сих пор квартиры продает, потому что эта очередь уже давно продана. Это, ну, есть те перекупщики, которые продают дальше. И вот следующий дом открыта продажа квартир. Или вот этот, или тот. И еще будет один дом, по-моему, по проекту. Ой, сейчас точно не скажу, уже забыла, потому что когда мы искали жилье, это было более 3 лет назад, в 2020 году, они только эти дома начали строить. Тогда мы смотрели проект. Я даже не знаю, жалеть, не жалеть, что мы здесь не купили. Наверное, не жалеть. Пока здесь все разовьется. Здесь нужен выезд, чтобы из этих дворов сюда все это выезжало. Этого нету. Кремьер все перезагораживал заборами. То, что сделали, отвоевали калитку, это вообще счастье. До этого было загорожено. Мы как-то шли в тот район, он к сестре в гости. Мы шли, а здесь загорожено так, что мы обходили чуть ли не по реке. Это все премьер позагораживал, сволочи. Ну, в общем, проблем у Капитала еще много, я так понимаю. Пока они все достроят, пока обустроят, еще лет 10 пройдет. Ну, а я с вами прощаюсь, потому что мы пошли по делам. Спасибо, что смотрите. И ходите с нами на верхние этажи смотреть на город. С вами была я, Анжелина Магаданка, живущая в Рязани. Пока-пока-пока.